Котики, всем привет, меня зовут Аня, и сегодня мы снова поиграем во Friday Night Funkin'. Под прошлым роликом подписчица скинула один очень интересный мод, и я просто влюбилась в него. Ну а что вы хотели, ребят? Ну беда у меня в аватарии, дайте женщине развлечься в других играх. Простите меня заранее за мой ломанный английский, я вообще не мастер в английском языке, буду переводить как смогу. О, посмотрите, кто это? Маленький человечек Кит? Как дела, братан? Все еще красота. Волосы, красная кепка. Чудо, о котором я все еще слышу. Или ты пошел дальше, и тебе нужен еще какой-нибудь совет от старшего брата? Бипски бип. Да ладно тебе, чувак. Я знаю, как ты относишься к чикенам, к цыпочкам. К чикену. Я знаю, как ты относишься к KFC. Я тоже его обожаю. Как только ты по уши влюбляешься в девушку, чертовски сложно заставить тебя передумать. Так зачем мы встретились? Соскучился по мне? Боб-бип-бип. Рэп-баттл? Чёрт. Последний раз, когда мы это делали, я еле выжил. Мое сердце до сих пор болит с той ночи. Эй, не смотри на меня так обеспокоенно. Я в порядке. Кроме того, небольшая боль в сердце меня не остановит. Я все еще должен найти отца твоей девчонки и поблагодарить его за то, что он спас... мою попку в тот день. В любом случае, покажи мне свои барсы, или ты собираешься струсить, или ты собираешься быть чикеном. Братец, сейчас сам будешь у меня чикеном, сейчас такой чикен покажем. Макнаггетсы отдыхают. Ну что, давайте, ребят, поехали. Слушайте, мне очень нравится атмосфера этой игры. По-моему, он очень симпатичный. Я запала. И почему у него на футболке... стрелочка вверх. Вы заметили то, что у младшего брата нет такой стрелочки, а у старшего есть? Еще, кстати, на кепке у младшего брата нет рисулочка, а у этого белая такая вставка, белая выкройка. Ну, начало у нас плавненькое. Пока нет никакого напряжения, чисто просто братский поединок. Сейчас там все из окон повылезали, наверное, смотрят на нашу битву, как мы здесь батлимся со старшим братиком. Напишите в комментариях, за кого вы, за старшего брата или за младшего. Ну, честно сказать, красавчик, просто замуж меня бери. Вот чем занимается женщина, когда ее довели в аватарии. Она ищет себе мужа в других играх. Ребят, честно, не грустите, я обязательно вернусь. Ну что, мы прошли первый раунд. Смотрите, какая улыбочка злая. Я чувствую, нарастает напряжение. Классный чувак, у тебя все еще... Что за барсы? У тебя есть еще барсы за... Тебе наконец удалось завязать мой язык узлом. Никогда не думал, что доживу до этого момента. Похоже, это твоя девушка так сильно заставила тебя совершенствоваться. Я начинаю понимать, почему ты захотела меня видеть. Тогда больше никаких игр. Давай посмотрим, что у тебя есть.
Может, ты действительно сможешь победить меня. Больше никаких сдерживаний. Начинаем. Сейчас я тебе такую Chicken McNuggets покажу. Мне нравится, ребят, как он написал Chicken. А мы, получается, сейчас будем играть обратно? А подождите, стойте. Я не была готова к такому. Да ладно, ребят, мы с вами ко всему готовы. А мне даже нравится за него играть. Он мне сам такой симпатичный, приятный, ребят. Как можно влюбиться в персонажа? Вы когда-нибудь влюблялись в персонажей? Не ожидала, если честно, что мы будем играть за старшего брата. Мне как-то поприятнее все-таки, попривычнее играть за бойфренда, но за это респект. Просто классный мод. Я обалдею, очень тащусь. И на крыше они так стоят, сзади огоньки меняются, романтика. Это получается, старший брат сейчас показывает младшему, как можно еще побатлиться, как показать мастер-класс. Ну а ничего страшного, то, что мы поменялись ролями, и как бы человек-то один и тот же. Ламповый мод, ребят, покидайте, пожалуйста, еще в комментарии, какие можно моды пройти, если вы хотите, будем играть вместе. Мне очень нравится эта игра, и я не знаю, почему бы не поснимать ее. Да, возможно, она наберет мало просмотров, но в первую очередь я снимаю, потому что это нравится мне, я также буду еще и ужастики снимать. Хорошо, как бы мне не было неприятно это говорить, но, возможно, это по правде на моем уровне. Бип-боп. Но, по крайней мере, мне не нужно беспокоиться о сохранении отношений. У меня есть ночь, звезды и мой маленький братан, чтобы поддерживать меня. Следующая песня. Поехали! Что? Уже беспокоишься обо мне? Давай, чувак, мы написали всего две песни. Мое сердце выдержит это, как будто я отступаю от битвы с тобой. Давай, иди сюда. Так нравится стиль общения этого брата. Но дерзкий у нас брательник, и он явно разозлился. Посмотрите на эту моську, ребят, мы его разозлили. Так мы только что победили брата самого. Короче, мы победили сначала с бойфренда брата, теперь брат победил старший младшего брата. Ну вы поняли, да, вы поняли. Ладно, давайте просто играть. А вот эта музыка прикольная. Брат, конечно, крутой, но, простите, за него же играю сейчас не я. Поэтому он не должен победить. Мы его сделаем. Мы, ребят, с вами на страже. Страже порядка. Ну, вернее, мы на крыше, это не меняет сути. О, вот это сложненько было сейчас. Как думаете, на кого учится старший брат бойфренда? Вернее, он в колледже, ну, то есть, какая профессия будет у него?
Ну здорово, прошли еще один раунд. Сейчас будем читать текст. А вот, блин, ну вы поняли, ты издеваешься надо мной, правда? Сейчас? Все не так уж плохо, чувак, может быть мы немножко передохнем? Вам немного энергии, давай споем еще одну песню. Я обещаю, братан, если это дойдет до того, что я не смогу терпеть, я отключусь. Походу мы довели старшего брата. Брат, прости, ты сам назвал меня Чикен Макнаггетсом. Я не хотела этого делать, но мне придется. Прости, ты сам попросил. Ну что-то грустненькая мелодия у нас. Какая-то грустненькая мелодия пошла. Аж плакать захотелось. Брат, не плачь, пожалуйста. Я не хотел тебя унижать. Ты же знаешь, что я у тебя крутой и не могу опозориться. Не могу, чтобы ты не гордился мной. Я же всегда уважал твое мнение. Так хочется обнять его, утешить, приложить лед к побитому глазу от стрелочек. Что случилось-то? Почему он держится за свой глаз? Брат, живи! Ты не должен умереть здесь, на крыше, с твоими, ребят, страшно на это смотреть. Вот черт, ненавижу! Что теперь? Мне нужно присесть, братан. Подойди, сядь со мной. На случай ты можешь позвонить отцу своей дочери, но я думаю, что все будет окей. 5 минут спустя. Хорошо, чувак, я думаю, мы в безопасности здесь. Я чувствую себя лучше. Извини, что напугал тебя, братан. Та ночь была страшная, но ты же знаешь, как сильно это нас расстроило. Мне казалось, ты никогда не придешь. Часть меня думала, что ты тоже придешь, занят своей малышкой. Хех. Спасибо, что уделил немного времени. Только мне, чувак, как в старые добрые времена. Конечно, я не буду напрягаться, обещаю. А теперь иди сюда, малыш. Я люблю тебя, Кит. Даже если я говорю это не так часто, и даже если я всегда буду рядом с тобой, потому что для этого и нужна семья. Уже поздно, нам пора отправляться домой. Увидимся позже, братан. И, эй, может быть мы проведем как-нибудь матч-реванш? И посмотрим с тобой, кто на самом деле лучший певец. Зачем? Не надо, брат. Ты же знаешь, я тебя уделаю, как Чикен Макнаггетс делаю. Хотели бы вы продолжение? Я вас всех очень сильно люблю. Всем удачи. Всем пока.